Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня смотрим на наш бэк-ярд, и этот бэк-ярд претерпел некоторые изменения. Вот сначала идут кадры, совсем ничего нет, просто земля и грунт такой, стоят горшочки. Это события января 2016 года. Сейчас у нас октябрь 2018, вот почти 3 года прошло. Стоит просто, ну просто вот грунт, и там на нем стоят какие-то горшочки. Следующая картинка, которая пойдет, это будет уже через буквально 2 месяца. Через 2 месяца горшочки уже там как бы все это посажено в землю. 3 фильма старых я вот здесь компилирую. Значит, первый, да, я сказал, это январь 16-го, потом март 16-го, и потом мы уже оказываемся в мае 17-го. И вы видите, как отличается май 17-го. Там заросло, и тут пошло, и там пошло, и, в общем, уже и листики, и деревца. Там вот вишня японская, такая она, веточки вниз свисают. И виноградные такие кустики вьющиеся посадили. Там такие металлические решетки. Металлические решетки остались от ящиков, в которых пришла когда-то беседка. Ну и чтобы их не выкидывать никуда, вот нам, значит, наш садовник говорит, а что вот давайте мы на них, значит, посадим, там пусть на них развивается вот этот виноград. И вы видите, что уже более-менее там как-то растения эти разрослись и покрыли какую-то часть поверхности. В то время, знаете, вот нас смотрели наши зрители и говорили, ну и сколько же это нужно времени, чтобы все это вот так, значит, выросло. Ну и покрыло всю площадь. Вот. И дальше мы переходим уже в сегодняшний день. И я тогда, значит, передаю микрофон, значит, той камере, на которую я сегодня записывал. А сейчас у нас, друзья, 13 октября 2018 года. Вы видите маленькое гранатовое дерево, прям как кустик, с маленькими гранатиками. Ну, это так, баловство. А вот тот же самый бэк-ярд. Так, ну кто знает, что это за растение? Так, ладно, значит, тот же самый бэк-ярд, но уже прошло, считайте, 3 года почти с момента, как начались работы по озеленению, когда здесь вообще ничего не было, горшки стояли. Вот так все это выглядит здорово. Разрослось, почти не осталось свободной такой незаросшей вот этими растениями земли. Они так расползались, и в итоге так все охватили. Вот это вишня японская. Так, она листиками, веточками вниз. Вот там, может быть, чуть пошире. Это вот речка каменная, да, которую вы видели. Так, отлично, движемся дальше. Так, цветочки. Хорошо. Вы слышите голоса, это у соседей там какая-то партия за забором. Это к нам не относится. Вот тут уж прямо свисает через бортик. Смотрите, как стало. Так, лимончик наш разросся. Мы так периодически снимаем, когда совсем уж там пожелтеет. Но вот они небольшие тут пока. Небольшие, зеленые, но много. Смотрите как. То есть в этом году действительно впервые на нем стало много лимонов. И вон там целая ветка, видите, на земле прямо от тяжести лежит. Так. И вот все заросло. Давайте пойдем в беседку. Может быть, так из беседки тут чуть-чуть поснимаем. Так, а здесь что-то подсохло, что ли? Не знаю, что-то желтенькое надо будет садовнику сказать. Так, кустики разрослись немножко. Там у нас такие железные рамочки стояли. И на них такой виноград должен был виться. Ну, здесь света мало, может быть. Сейчас посмотрим, что там дальше. Может, лучше бьется где-то дальше. Ну, вот здесь получше бьется, да, видно. Вот, елочка какая хорошая. А тут вообще заросло. Живого места нету. Ну и, естественно, березка, друзья. Куда же без березки? Где же еще преклонить ностальгирующую головушку? Вот.
Вот разрослось. Вот так все это выглядит. Буквально, вот можно сказать, с нуля, с голой земли за 3 года. Вот так разрастается. Здесь лучше разрастается, потому что солнышко. Видите, там даже пчелки летают вокруг цветочков. Хорошо. Ну и, может быть, вам захочется общую панораму посмотреть. Давайте я с беседочки так зайду вот сюда и покажу вам общую панораму. Вот так выглядит наш бэк-ярд. Ну и, собственно, дом. Вот это дом. Вот сзади. Вот он, бэк-ярд. И беседка, где на самом деле мы бываем совсем даже не так часто.